Завтра мы едем в Краеведческий музей. Быть всем. Елизаров, а можно побыстрее? Вали отсюда. Мало вчера получил. Это кто еще получил? Не ты мусорный бак пробил. Быстро все в автобус. Меня на даче бассейн копали. Такую же яму рыли, только глубже. Эта яма называется раскоп. Нашли археологическую загадку. Перед стене, возможно, несколько тысяч лет. Какие тайны хранит эта надпись, еще никто не знает. Елизаров, ты ненормальный! Это просто камень. Правда, ничего не помнишь? Ты же уже отвечала этот стих. Ты больной? Елизаров, а ты думаешь, у тебя много времени? Может, это сон? Да, только почему-то снится всем троим сразу. Надо стереть надпись в будущем, а мы застряли в прошлом. 15 дней я и мои друзья живем назад. Грозил же меня застрять вместе с вами. Я не хочу туда возвращаться. Ну, почему? Последний день. Завтра мы должны рискнуть. Больше я не дам ему умереть. Где? Бегите, вы уже недалеко, может, успеете. Ну же, быстрей! Не самое лучшее место для шуток. Я не могу один в темноте ходить. Болезнь такая, нектофобия, боязнь темноты. Ну что, стартанули, нектофоб.